Приветствую вас, тайские богомолы, не знающие пощады. С вами Федорович, а сегодня у нас будет очень необычное видео. Я хочу в прямом эфире, так сказать, вместе с вами прокомментировать бой легендарного, лучшего из лучших, самого жестокого бойца муай-тай Буакава Банчамека. А сегодня в ринг против него вышел китайский спортсмен Чао. Спортсмен высокого уровня, так как выйти в ринг против Буакава, это уже нужно достичь определенных результатов в тайском боксе. Просто так против Буакава никого не выставляют. Ну, конечно, за хорошие деньги выставляют. Я вам когда-то показывал бой, когда один бизнесмен заплатил денег Буакаву, чтобы выйти против него в ринг. Но это было шоу. Итак, после ритуального танца Вайкру, тренер Буакава вставляет ему капу, дает наставление, и наш бой скоро начнется. Я не буду рассказывать много про Банчамека, вы и так все прекрасно про него знаете. Скажу только два слова. В его рекорде больше 240 боев, и из них больше 200 побед. А наш бой сразу начинается с типа в лицо от Буакава, и Чао улетает далеко и надолго. Но сразу выходит и отлично выбрасывает серию руками. Снова хайкик, посмотрите, как интересно Буакав хотел сделать высекание передней ножки. Но Чао молодец, обстреливает такими сериями, здорово работает. Китайский спортсмен. Снова пошла серия. Буакав пока что пытается просто отбиваться. Такой напористый попался соперник. Китаец с первых секунд решил показать, что не собирается сегодня стоять и выгребать. Ой, класс! Прихват, ответ и Буакав. Прихват от Буакава и высекание опорной ножки. Здорово сыграли. Как на показательных выступлениях. Попытка хайкика Буакава — очень опасный хайкик этой левой ножкой, когда противник идет на тебя, а ты его встречаешь с короткой дистанции хайкиком. Это очень опасно. Вы посмотрите, как выстреливает Чао, и красота от Буакава. Высекание, провалил хайкик и сразу по опорной ножке дал. Здорово, Буакав, конечно, интересно работает. Ну и Чао, молодец, посмотрите, какими сериями, чуть не улетел. Это, знаете, есть люди, которые, несмотря на все свои усилия, продолжают нравиться другим людям. А так и есть бойцы, которые, несмотря на то, что они легенды, не нравятся кому-то. И я знаю людей, которым Буакав не нравится, которые считают его сильно прямолинейным, который все выгребает. Ну вы посмотрите, как он работает корпусом. Ушел. Многие не видят всей полноты защиты. Вертушка от Буакава. Еще одна. И Чао уходит и отвечает хайкики. Посмотрите, как Буакав классно подсаживается. Это просто фантастика. Какой мы с вами смотрим бой сегодня. Просто фантастика. И пошла опять работа. Да, выйти в ринг против Буакава — это уже огромное достижение. Как в плане карьеры, так и в плане... Ой, классно, провалил. И сразу, а еще раз, провалил в сторону. Вертушка от Буакава. Чао, молодец. Но прыжок с коленом уже съел. Да, не дают мне досказать и слова. Такая динамика у нас в ринге. Выбросил Буакав. Опять Чао пошел в серии. Да, выйти, продолжу в ринг против Буакава. Это... Вох, прихват вытолкнул. Это уже огромное достижение во всех планах. Самое первое, что нужно в себе преодолеть, это страх. Страх выйти против локоть с разворота. Против человека, который может всадить локоть с разворота с любой позиции. Прихват ноги и отсюда же локоть с разворота. Ох, наконец-то у нас кончился первый раунд. Это динамика. Буакав счастлив. Он как будто вышел в ринг поиграться с котенком. Но так нельзя сказать про Чао. Знаете, это... Продолжим мысль. Страх — это первый враг каждого. Это первый враг человека, который стоит на пути к нашим целям. Преодолев свой страх, мы идем огромными шагами к своей цели. Вот так и Чао преодолел свой страх, вышел в ринг. Наверняка после этого боя его заметят. Он очень классно отработал. Он очень хорошего уровня парень. Смотрите, какие серии. Как здорово, и скрутка от Буакава. Молодчинка. Здорово. Еще раз дал, еще раз.
Прихват! Эх, высекание не получилось. И Чао молодец. Чао левым хайкиком хотел споймать. Локоть Чао поплыл. Локоть от Буакава. Видели, какой скрытый на отходе. Снова тип в корпус. Очень-очень тип этот классный Буакав применяет. Чао комбинашку дал. Голова, корпус опять пошел. И опять хайкиком заканчивает. Красавчик. Китайский боец. Еще раз локоть Чао опять плывет. Посмотрите, что творится. Опять хайкик. И даже через перчатки двоечку Чао падает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, это как люди, которые мечтают. Да, насколько у людей было плохое настоящее, что они мечтают о будущем, которое будет похоже на прошлое. Так и Чао сейчас мечтает, чтобы его будущее было без этого поединка и этого нокаута. Ой-ой-ой, хайкик от Буакава, очень здорово, левой ножкой. Помните, я вам говорил в первом раунде про этот левый хайкик, который бьется на атаке противника, который очень тяжело понять и заметить. И Буакав его выстрелил. Уважение, прежде всего, все тайские спортсмены, все тайские бойцы, большинство из них всегда проявляют после боя уважение. Ну здорово, Чао нужно отдать должное, он классно работал, выбрасывал четкие комбинации. Но Буакав сегодня показал шоу. Конечно, да, Буакав так тренируется, что поединки для него это отдых. Вы видели, он два раунда отработал, как будто с кошечкой поигрался где-то во дворе у себя. Красавчик, просто красавчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам бой. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов и еще больше таких обзоров разных поединков, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем». А если вы хотите поддержать канал, вы можете это сделать на кошелек Юмани любым удобным способом в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога где-то, раз, два! Переваливайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так.